Сегодня, 3 декабря, во Владивостоке отметили День неизвестного солдата. Церемония возложения венков прошла в Гайдамакском сквере, где в братской могиле захоронены тела 8 моряков-десантников, которые освобождали Корею, города Сайсин и Расин. В церемонии приняли участие десятки жителей приморской столицы. Вокруг памятника морякам-тихоокеанцам выстроились военнослужащие, сотрудники полиции МЧС, ветераны и их родственники, воспитанники военно-патриотических клубов и школьники. Участники держали в руках гвоздики, чтобы почтить возложением цветов память безымянных героев. Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.